Так, привет, ребята! Мы продолжаем проходить игру Minecraft с HD и 4К текстурами. Так, вот я уже добыл семена свеклы, и сейчас я буду строить ферму свеклы. Ну, хотя это фиговая еда в игре, но все равно мне она нужна. Блин, сейчас опять найду. Так вот, ребята, я уже вернулся. Сейчас выкопаю. Блин, скелет, надо убегать. О, все нормально. Все, побежал домой. Все, ложусь спать. Не-не-не-не. Привет, паук. Вот еще одни яблоки. Вот еще одно яблочко. Не хватило. Ладно, сейчас бегаю. Что тут забыли? На моей территории нельзя гулять. Что здесь забыли? А ну кыш! Блин, я получил эффект дурное знамерение, так что мне нельзя ходить на территорию деревни, надо, короче, выпить молоко. Молоко надо выпить. Но только надо найти корову. Ну, то есть теленка-сироту. Ну, ща, 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 ща. Найду. А, вот он. Уже вырос.
Сначала сделаю дверь для входа в ферму для свеклы. Так, вот оно и ведро. Так, я иду к тебе! Надеюсь, эффект снимется или нет. Наверное, снимется. О, снялся, наконец-то. Да, снялся. О, все, теперь у меня есть ферма пшеницы, картошки, морковки и свеклы. 4 фермы теперь у меня есть. Но нет у меня фермы животных, но потом построю когда-нибудь. Так вот, так что всем пока, а то мне пора кушать.